Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккайдо, и добро пожаловать в Хитман. Все еще играем в первую часть, потому что вторая пока что еще не вышла, но выйдет совсем-совсем скоро, хотя может уже и вышла, когда это видео выходит, это не важно. Сегодня мы врываемся сюда, чтобы продолжить играть в эту замечательнейшую игру. У нас не получилось сапиенции, причем два раза, это вообще дичь. Вот, поэтому предлагаю к Марракешу перейти, там попробовать посмотреть, что вообще там происходит. Золотая клетка. Ну, давайте посмотрим. Осторожно, спойлер. Входите в контент сюжета, не сыграв предыдущий контент. Все дела. Добрый день, 47-й. Ты отправляешься в марокканский город Марракеш, где вот-вот начнется восстание. Твои цели — частный банкир Клаус Стрэндберг и генерал армии Реза Зайден. Эти двое заговорщиков вынашивают коварный план свержения слабого правительства Марокко. Бывший исполнительный директор банка Стрэндберг украл сбережения марокканцев на миллиарды долларов. Он ожидал суда за мошенничество. Но сегодня утром отряд наемников напал на тюремный фургон и отбил Стрэндберга, убив нескольких конвоиров. Сейчас Стрэндберг укрылся в консульстве своей родины, Швеции. Перед зданием собралась толпа протестующих, и они требуют выдать Клауса марокканским властям. Мы полагаем, что побег Стрэндберга устроил генерал Зайден. Да пристрелить его просто, через окно-то все видно. Зайден может выйти ввести военное положение. Ага. Полевой штаб в старой школе неподалеку. Ага. Building contract to Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'état. To do so, you need to paralyze their riots from escalating further, hence the double contract. Super. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. Okay. The fate of a nation is at stake. Okay. I will leave you to prepare. Okay. Развалим, парня? А, я готов. Давай. Чё кого? Играть. Сразу просто. Вот так. Бау. И поехали. Реза Зайден и Клаус Хьюго Стрэндберг. У меня полоса какая-то непонятная на лице. Чувак, что с тобой вообще? Мыслите стратегически. Подумайте, как наилучшим образом использовать альтернативные начальные точки. А там можно разные точки вначале использовать. Ну нифига себе. Вот это я понимаю. Вот это тема. Большинство предметов можно выкинуть, положить и бросить. Здорово. Искра от столкновения пуль с предметами могут поджигать утечки газа. Ничего себе. Вот это физика. После открытия определенной возможности открывать ее снова уже не потребуется. То есть, типа, когда ты покупаешь вещи, ее покупать второй раз не надо будет. Удивительно. С каждой минутой ситуация здесь накаляется. Консульство в режиме строгой изоляции. Вот с ними можно слиться прямо изи. В одном шаге от полномасштабных беспорядков. Нормально. Согласен. Опа. Красавец-то какой, откуда я? А, со стула. Я как удобно сидел спиной к столу. О, дичь, сколько же здесь народу-то. Войти. О, охренеть. Господа, чуть потеснитесь, блин, мальца. Опа, вот и китайские айфоны. Прикольная тема. Так. Окей, новости там показывают, все в них залипают, я через людей хожу, вообще нормально, короче, все. Опа, очки, это случайно. Нормально. Курлык. Хотя вот так вот сделаны. Блин, это все равно странно. Я не знаю, почему нельзя Хитмана по центру экрана поставить? Нет, он у тебя или справа, или слева. Дичь. О мой бог, сколько же здесь людей. Ребята, что происходит? Чё, никто не завязывает шнурки в толпе. Ты что, дурак, на тебя люди будут смотреть, подходить прям вплотную. Ну... Не подумал вообще. Ну ладно. Охренеть здесь народу. Охренеть. Блин, вот это круто. Ай-яй-яй, как красиво. Я еще такой, блин, в красивом белом костюме. В сером, ладно. Бежевом. Ну хрен его знает, серый костюм все-таки. Неплохо прям. Блин, ребят, ну потеснитесь-то, дайте пройти. Блин, жопа, конечно. Пойдем посмотрим, что там, протесты, не протесты. О, помидорчики, огурчики. Ананасики. Какие-то арбузы, блин, круглые, непонятные. Не круглые, наоборот, вытянутые, как дыни. А это что такое? Блин, а что это такое-то? Что за треугольники? Это типа куча специй насыпанных, я просто не могу понять.
Или типа шоколад, может какая-нибудь сладость, типа куркума, какая-нибудь, блин, хрен его знает. Ну ладно. Здорово. Окей, у нас есть вариант попасть внутри, внутрь этого самого здания, это зашибись. Да, 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 отслеживать, конечно. Клаус Странберг has agreed to an exclusive interview with celebrity GNN reporter Pam Kingsley, no doubt to enrage the public even further. This could be a way inside the lockdown concert, and the replacement cameraman, a local freelancer, is yet to arrive. Пойдем пробежим, что там? Никто не бегает, я бегаю как дебил. Я один в таком костюме. Блин, ребят, ну что вы кучей просто встали? Да как пройти-то здесь? Да, как будто в метро московское я попал. Да отойди. Дичь. Охренеть. Так, тем временем, вот он, 16 метров. Это тот самый чувак, который нам нужен, да? Он забил, походу. I'm at the lobby checking out, and I hear this big shot producer from GNN on the phone with an agency desperate to get a cameraman for an interview with Klaus Hugo Strandberg. Нормально. Strandberg, the banker. Нормально. Мы с ним даже чуть похожи. Anyway, I tap him on the back, show him my press pass, and the guy is so relieved that he just pays me a month's salary up front. Нормальная тема. Теперь можно и не идти, конечно. Нормально, я руки потираю тем временем, рядом с ним стою, слушаю. А, ничего, я просмотрю. Нормально. Месячная зарплата у чувака. Кайф вообще, он еще никуда не идет, ко всему прочему. Окей, пойдем за ним пройдем немножечко. Чего? А, окей. Прошу прощения. Вот хоть нормально попросили, а не стрелять сразу начали. Потому что я знаю ребят, которые прям сразу стрелять начинают, это дичь. Если я начну стрелять, как говорится, то будет плохо. Но это известный факт. Так, он вот здесь справа. Пойдем. Блин, мне так нравится Хитман, зараза. Я хочу вторую часть уже поиграть. Ну, реально, прям очень. Возможно, я, когда это видео уже выходит, я уже в нее поиграл. Но да, вы сами знаете, планирование штука такая. Так, как до него-то браться-то? Алло, и... Блин, какой классный сеттинг вообще. Маракеш топовый, реально. Отпереть нечем. Нечем. А как туда попасть? Блин, короче, он в этой шиши плейс и вся тема. Но времени мало остается, интервьюшечки не ждут, говорится. О, туалет. Во! Тут уже другое дело. Блин, был бы здесь кто-нибудь? А, точно, мы как можем сделать вот так вот. Красота. И ящик как удобно здесь стоит, ну вообще красиво. Сейчас какой-нибудь сюда официантку возьмет, зайдет и типа все будет зашибись. Сейчас водичка оттуда влезет. Травить кальян, what the fuck? Чё, серьёзно, что ли? Сомневаюсь, что это возможно. Ну ладно. Хотя, в принципе, чё бы нет. А. Блин, почему она туда внутрь зашла? Это же девушка, я не смогу в неё переодеться, если чё. Я слишком... У меня размер не тот просто, понимаете? Такая тема, короче. Ну вот. О, какие приятные цветочки здесь ещё. О, мой бог, what the fuck там происходит? Прикольно, конечно. Что-то никого больше нет. Давайте еще разочек раковину затопим. Может, кто-то еще подойдет. Можно туалет засорить, что-нибудь в таком духе. Тарадай, тарадай, тан-тан. Ладно, я могу присесть с ними? А, Дарья Марголис? Нифига себе! Что за люди здесь? Офигеть! Я помню Дарью Марголис, это которая из Парижа, баба. Ну чё, кто-нибудь подойдет туда? Ой. Кто-то в Дискорд пишет. Ну ладно. Так, ну чё, официант? Будем что-то делать.
Looking sharp today, sir. Спасибо, спасибо. Супер. Чё он? Окей. Ну чё, блин, вообще никто, что ли, не хочет идти? Как охранника вот этого? О, я знаю точно, мы можем... Так, надо чирик найти сейчас. Монетка! Сэр? Чего? Чего его не триггерит-то, монетка-то, понять не могу. Серьезно? Сэр, пожалуйста. Think of the planet. Ладно, подумай о планете. Это на удачу просто. На удачу, братан. Блин, монетку забрал. Говно. Вообще, ему насрать на монетки, блин. Вот это хороший охранник. Тогда понимаю. Блин, а чувак там сидит. Сидит с окружением под видом покупателя. Покупатель чего? Фонтана, блин? Какая дичь. Ну ладно. А если я прям в него кину монетку? Прям под ноги вот. Ну ладно, ладно, я заберу. Ладно, ладно, пошутили, хватит, братан. Ты лысый, я лысый, все хорошо. Инвайт only. Как инвайт получить? У тебя есть инвайт, братан? Ну конечно, ничего страшного. Так, блин, что-то мы подвисло, подвисли чуть на этом. Да расслабься. Don't come back. Супер. Ну, хрен с ним. Мы найдем кого-нибудь еще. У чувака камера есть. Блин, я сойду за оператора, если я переоденусь в этого чувака. Может, как-то там наверх можно забраться? Там же крыш нет, по идее. Здесь тихо. А здесь я начинал, так. Блин, какое милое вот это место. Как же красиво, блин, здесь. Блин, очень хочу в Марракеш теперь съездить. Вот прям очень хочу. Малейкум ассалам. Конечно, конечно. Я на секунду задумался, как там отвечать. Вот. Все нормально. Нормально. Канистра с пропаном. Ну, конечно, в карман ее надо положить только. Несчастный случай. Не смерть. Оп-оп-оп-оп-оп. Нормальная тема. Мы с ней пройдемся немного. Короче, шумная атака. Ой, здесь охрана ходит. Блин, мы можем охранника зажать. Точно, я все придумал. Точно, точно, точно. Мы сейчас, он вернется на... О, изи, изи. Короче, мы кинем эту канистру с пропаном на... Мать твою, она громкая, пиздец. Просто. Hello. Эй, охранник. Ха, лох. Сейчас он тут где-нибудь станет. Там монетка упала. Ты его не триггернула, что ли? Как так-то? Опа. Опа. Hey. Hey. Здорово, братан. Да, sir, да, да. You're not in a freaky French-Canadian circus, okay? Stand aside. Окей. Я просто не хотел, чтобы на проходе было его видно. А его могут заметить, изи! А, подожди, подожди, перетащить. Это брат, скибери-папа, замаскироваться как солдат, скибери-пупуру-пум. И, в принципе, вот так оно и работает. Так, перетащить и давай, давай, избавиться, избавиться. Вот так. Ну, приляг. Отдохни. В принципе, вот так оно и работает. Вот я профессионал. Взять. Нормальная тема. И монетку свою заберу. По идее, я могу туда пройти теперь. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Та-да-та-та-да-та. По красоте вообще все сделали. Прям четко. Четко как надо, да? Просто муа. Вот это было красиво. Так. Тем временем. Зайдем сюда. Invite, please. Какой инвайт, блин, алло. Hey, pal, you can't be here. Да? Sir, keep армия. To see here. Блин.
Что за жопа? А, монетка в руках. Ну ладно. Так, надо подумать, что можем вообще здесь делать. Это, конечно, вопрос вопросов. Так. По идее, поближе к самому месту, где все это дело проходит. Салют. О. AGI. Я не знаю, что это значит. Окей. Нормально. Замаскироваться под оператором больше не надо, в принципе. You made it. Most impressive, 47. Now to locate Klaus Strandberg. Причем я с оружием, ко всему прочему. Чего еще раз? Hey, watch it. Oh, sorry. Sorry, I didn't see it was you. Да, я бы на том месте реально бы извинился. Ублюдок, мать твою. По идее, в посольствах нельзя носить оружие. Hey, soldier. Ок, прошу прощения. Ок. Хорошо. Ох, да, он хороший. Он имеет тач, знаешь? Да, ну, он точно пикает с клиентом. Как наверх-то подняться-то, да? Так, я просто не знаю, что есть запретная зона, а что нет. Это запретная зона, да? Что произошло здесь? Шредер какой-то непонятный. Так, а это что за чувак? Какой-то важный монет. Ну, хрен с ним, ладно. Так. А на чем, кстати, автомат держится? Вот это, конечно, да. Вот где оно все будет проходить. Прикольно. Мне нравится. Так. Конечно. Какая еще? Мужская. Ну, по-моему, сказал Man Uniform. Да, это мужская униформа, представляешь? Удивительно просто. Нам нужен полицейский вот этот вот. Он один здесь? Нет, там еще кто-то есть. Еще один армеец. Мы за ним как раз пройдем сюда. Нормально. Вообще. Сорян. Успокойся, брат. Нормально все. Я знаю, что мы только на первом этаже зависаем. Враждебная зона. Окей. Была просто запретная зона, а теперь есть враждебная. Ни хрена себе. Типа, значит, что мне сюда совсем-совсем нельзя? И меня пристрелят прям сразу? Ага. Прикольно. Опа, там что-то лежало, по-моему. Типа отвертки, да? Гаечный ключ, мать твою. Хрена мне гаечный ключ. Можем, в принципе, выбежать, как бы, и начать стрелять. Я люблю и умею так делать. Вот. В принципе. Вот он идет вниз. Как бы вот здесь никого, реально. Сейчас он подойдет куда-нибудь сюда. И мы его развалим просто. Нормально, нормально. Чуть-чуть не переживай. Хотя, знаете что? Сейчас у нас есть... Да, реально, сейчас. Пойдем забежим внутрь туда прям. Только мне нужна, наверное, мышка, да? Как его там? На Е, по-моему, или что-то в таком духе. Ну ладно, нет, хрен с ним. Зайдем так. Он один там? С того, что я вижу. Вроде да. Ладно, хрен с ним. Этот чувак теперь здесь стоит. Так, сейчас. Тогда мы как сделаем? Что-то упало, братан. Я проверил, не? Ладно. Тогда мы разберемся с тем чуваком в таком случае. Тут парень теперь стоит. Интересно. Короче, хрен с ним. Игрик. Вот так. Хорошо. Так. What the fuck? Каким хреном он стал? Я просто смотрю на карту, там типа, мол... Да он не свидетель ни хрена, мы замаскируемся под него. Никаким образом он не свидетель. Ну вот точно вообще нет. Но он меня точно бы не видел. Он может, единственное, что он может сказать, это сказать, мол, типа, а был тут какой-то чувак. Так, по идее, там никого нет, да?
Ну, так, хорошо, в принципе. По-шведски избавились от него. Так, а Бартоли можем взять, то второй уже наш пистолет будет тогда. Блин, нам тогда надо выкинуть вот эту штуку, да, бросить предмет, потому что, по идее, копы их не таскают. Что же тюлики? Вот так вот. Так оно... Ой, ё... Ну, окей, в принципе, окей. Нам не нужны углики никакие. Так, здесь у нас отверточка есть. Берем пока пистолет. Очень странно, он его убирает куда-то в грудь. По идее, он должен быть на кобуре. Так, тот чувак знает, кто я такой, что я есть. Окей, не страшно. В принципе, мы неплохо так продвигаемся по этому уровню, плюс-минус. Я думал, блин, очень хотел камераменом быть. Очень хотел. Окей, think of a pyramid scheme for high altitude investors. Yeah, it's basically based on fraudulent investment management. Okay, okay. I wasn't expecting an actual answer. So how did Strandberg do it? Ну, окей. Так, никто из этих ребят не знает, кто я такой. Здорово, полиции здесь просто жопой ешь. Галстук болтается. А, это не полиция, даже просто охрана. Согласен. Сори. Я прошу прощения, случайно. Я случайно подошел. Да как так-то? Что ты начинаешь стрелять? Я просто не знал, куда зайти. Дичь. Ну просто, блин. What the fuck? Хрен с ним. Какой трэш, просто. Вот, вот так вот сразу. Hey, put the gun away, man. Look, I like to hold it too, but come on, you're freaking people out. Как скажешь, бро. Блин, как только засветилась враждебная зона, я слышал «Эй!». Вот это то, что меня испугало. Я подумал, блин, все, жопа. Так, ладно. Кстати, в очень нехорошей зоне, я вам так скажу. Уборщик консульства. О! Нормально. Незаконный предмет, это точно сейчас. Give me a minute. Yes. Thank you very much. Открыть. Можем пылесос включить. Под полисменом мне уже не вариант, на самом деле, маскироваться опять. Че, оголить провод? Да я думал взять отвертку, но... Дело такое. Опа! Опа! Он знает всех уборщиков, что ли? Какого хрена он знает всех уборщиков? Так. Можем монетку кинуть? У нас больше нет монеток, да? Не, есть монетка. Супер. Он же бизнесмен. Он же точно знает, типа... И включить пылесос теперь. Просто... Сейчас зайдет внутрь. Наверное. Нет? Серьезно? Монетку он забрал? О, ты бизнесмен какой! Пэм Кингсли и ее люди должны прибыть. Эх, well, I'll take a stroll. Вот так вот. Тащить. Монетку свою забрал, она у него выпала как раз. Супер. Открой дверь. Так. Теперь мы сломаем ему шею. Вот так вот. Пылесос можно выключить. Так. Тащить. Вот такие вот дела. Банкира больше нет. Это было ультра просто на самом деле, а? Реально неплохо. Вот хорошо. Закроем дверь за собой. Ну, потому что по правилам так и надо. Вот, осталось подумать, что мы можем сделать с нашей второй жертвой. И где она вообще сейчас? На этом же этаже, кстати. Окей, окей. Это, похоже, тот самый военный генерал. Братан. Похоже, интервью не будет.
Так, значит, мне мое паучье зрение подсказывает, что он вообще не в этом здании, ни хрена абсолютно. Вот, поэтому нам бы смыться отсюда, по большому счету. И будет хорошо. Что нам тут делать-то? Все такие спокойные, все в консульстве охраняют, блин, одного человека, который уже давным-давно просто мертв. В принципе, неплохо. Еп. Так. Что там в ноутбуках, кстати? Стажера консульства. Иди нахрен. Между прочим, оставляю это место чистым. Понял? Ублюдок. Да, вообще не в этом здании. Кем мы здесь выйдем хотя бы? Супер. Хреново, когда ты выйти не можешь. Зайти это еще ладно, тут понятно. Но хреново, когда ты выйти не можешь. Почему здесь еще, блин, в фаерах каких-то непонятных? Почему военные их оставляют здесь? Так. Ой, он вообще в задницу отсюда. Ну ладно. Тот чувак из тех ребят, которые с чё-то воткнут тебе нож в печень. В толпе. О, поверьте мне. Так, утечку масла создавать, наверное, не хочу. Потом мало смысла. Так. Вон он там. Нам нужен солдафонский этот самый наряд. Будет неплохо. Конечно. I'm sorry, sir. You need the correct clearance. А, окей. Все проблем. Позвоню тогда. А, ну ладно, не позвоню. Ну, хрен с ним. Похоже, что они вообще не подпускают очень на очень таком почти дым расстоянии. Вообще. Без вариантов. Вот от чувака можем сейчас. Это самое. Ч-ч-ч. Вот так и все. Right, здесь? Я не могу дальше идти? Не, я могу здесь все. Окей. Блин. Мы сюда пойдем. Блин, их тут один за другим стоят просто. О! Расписание печатников. Текст-текст. Давайте посмотрим, что там. The printing crew spreads fake propaganda in the name of Crystal Dawn, the Pan-African Liberation Movement. Ага. This encourages Moroccan citizens to rise up and take justice into their own hands. Which, of course, is exactly what Zaydan is counting on. Okay. Very clever. Очень умно. Now, according to the printing schedule, the crew is out hanging posters. Okay. And they are likely to wear masks. Okay. Супер, это же изи просто. Это же супер изи. Так, дай пройти, братан. Блин, какая карта здоровая, дичь. 20 минут сюда бежал. Окей. Окей. Девушка, вы не могли бы отойти немножечко? Извините. Теперь она больше не курит, это хорошо. Значит, соответственно, мы, во-первых, сделали доброе дело, во-вторых, она может уйти. Нет, у нее есть другая! Да куда ты в глаз-то прямо ее? Ну что ты? Не надо! Окей. Так. Во. Идеальное место. Так, здесь есть какая-нибудь? Куда его можно закинуть, если что? Блин, нет. Хрень. Повторяй за мной. Так, ладно. Так. Братан, куда ты идешь? Стой. Слиться с окружением.
Вон там, 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 да-да-да-да, есть монетка, монетку, плиз, плиз, достань, 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 кидай! Классическое место уже. Нет, братан, сорян, сорян, моя монетка. Туда, туда, туда. Ха, лох! Ну там еще одна есть. Посмотри, посмотри, там, там монетка. А ты говно! Да стой, подожди, нет, братан, монетка. Блин, ублюдок. Было бы идеальное место. Опси. Да-да, сорян, ничего. Блин, сраный ублюдок. Увесистая монета, которую можно бросить, и все будет хорошо. Good day, yes. Thank you very much, good day. Thank you very much, yes. Yes. Так, ладно, он тем временем движется все ближе к месту, куда нам надо, поэтому, в принципе, я не против за ним последить, потому что если бы он двигался бы в противоположную сторону, он бы уже лежал на земле давно. А ты ублюдок! Они же бесплатные! Как ты через маску ешь, конч? Так. Это чайные листья. Можно было попробовать чайные листья. Бесплатно. Все, я выезжаю в Марракеш. Спасибо, спасибо. А мы здесь не были с того момента, как начали. У тебя кепка чуть с дырками. Обиделся, похоже. Ну ладно. Вот так. О, сколько же здесь народу. Во, в принципе, хорошее место. О, кирпич. В принципе, можно прямо здесь кирпичом пахнуть. Было бы неплохо, конечно. Ладно, пусть кирпич. Сейчас мы с ним в игру поиграем, называется «Догони меня, кирпич». Она прям очень веселая, вообще задорная, и все в таком духе. Я понял, в чем моя проблема в прошлых частях была. Когда я записывал эпизоды, я не ценил настолько, ну, вторичные, второстепенные такие цели, вот как, например, этот чувак, за которым мы сейчас следим. Потому что, ну, типа, он же мне нужен для того, чтобы сделать, забрать реальную добычу. Теперь я понимаю то, что все одинаково важно. Я проигрывал чаще всего именно из-за совокупности, скажем так, всего этого дела. Вот пока уберем. Так, теперь он идет назад. Я хрен знаю, где его можно поймать. Розетка высокого напряжения. Розетка высокого напряжения, которая идет до вентилятора. Нахрена, вопрос. Меня заметит сразу же. Скажет, ты что, дурак, что ли, провода оголять? Сейчас попробуем, конечно. Дебил. Я умер? О мой бог! Дичь. Просто дичь. Окей, ладно, что хорошо, хоть я научился автосохранение возвращать. О мой бог. Жесть. Окей, мы вернулись, причем с очень хорошего момента такого. Братан, 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 братан. Смотри, смотри, монетка, монетка! Монетка! Да ты ублюдок! А, мать твою. Было бы неплохо, конечно. То, что дальше он будет бесконечно идти через все это трущобы сраные. Мы пойдем поиграем с ним все-таки в игру. Оголи меня, кирпич. Оголи меня. Догони меня, кирпич. Конечно же. Тарадай, 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 танта. Так, он куда-то сюда зайдет, да? Вот эту забегаловку. Где там кирпич лежал? Вот здесь. Возьмем кирпич. Положим его к себе. Как раз все ушли. Девушка. 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 Ну, можете на минутку? Прошу прощения, извините. Да, дела, конечно. У вас здесь антисанитария полная. Я закрываю это место на проверку. Я закрываю это место на проверку. Мам, вам необходимо уйти. Закрываю это место на проверку.
У вас мухи летают везде. Понимаете? Да. Дела, конечно. Мэм. Мне нужно человека огреть кирпичом. Вы в этом мешаете. Сейчас попробуем, конечно. О, нет, о, нет. О, нет. О, нет, о, нет. Окей, успели вовремя. Очень вовремя уйти. Ну хрен с ним, вообще это было несложно совсем. Меня раскрыли, но хрен они поймут, что это именно я. Как ты поймешь, блин, из тысячи одинаковых людей в одинаковых кандибоберах? Прошу прощения, или как? Короче, вы поняли. Я просто недавно мем вспоминал про кандибобер и про женщину и балерину, и вот это вот все. И... Опси. Что это было сейчас? Ну, меня ищут, это прикольно, конечно. Я сомневаюсь, что все обо мне знают. По идее, они не знают, да? Не, все правильно. Где я могу здесь пройти? Yo, what's up, print boy? Yeah, boy. Как они понимают то, что я, блин, тот чувак, который занимается принтами? Блин, там начало у него рация шипеть, а это одинаковый звук с тем звуком, который типа обнаружение. Блин, теперь можно загружать сохранение. Я охренел просто, когда узнал, потому что каждую миссию я проходил с самого начала. Это дичь. Вот, так, давайте спустимся. О. Ну или не спустимся. Так, и здесь можно... В принципе, можно просто прийти к нему в офис с Айгой, сказать добрый вечер и убежать. Звучит как план. Ну, пойдем. Принт-бой. Фига себе здесь, конечно, техники и всей фигни. Так. Надо внутрь. Вот сюда. Отлично. Африку. Африку. Конечно, это же французский. Так, он походу один вообще. Ходит и бродит. На него смотрит, наверное, человек 50. Он меня знает, наверное, да? Сразу. Угу. Не, убивать его так в наглую, блин, типа, когда вокруг куча чуваков с автоматами, я бы сказал, что нет, наверное. 100%. А так... Да хрен его знает, на самом деле. Может быть, здесь подняться, кстати. Он один абсолютно сейчас. That is General Reza Zaidan, keeper of the peace. Ну, конечно. Так, справа чувак знает. А, это запретная зона для меня. Теперь все знают. Окей. Да, я не сомневался, в принципе. Так, а здесь у нас что? А, поговорить с печатниками? Не, нахрен, зачем? Я же сюда и так прошел. Зачем мне с ними разговаривать? Уговорить их убить его или что? Я просто не знаю. Это трэш какой-то. Даже мне уже, ну, как бы, хватило. Я использовал этот костюм, как по мне, на 200%, блин. А, отпереть я не могу. Действительно. Они все по парам стоят. Вот это умно, конечно. Вот это реально умно. Красиво. Здесь есть ящик какой-нибудь, куда его можно... Если что, и все. Там чувак шнурки поправляет. Ууу, там автоматы лежат и вся фигня. О, вот этот парень. Оу. Блин, да серьезно, что ли? Просто подошел к окну, чтобы посмотреть на то, что вообще здесь происходит. Нормально. О. Зря я это сделал, наверное, да? Маскироваться. И взять. Так, а если что, куда его... А, окей. Есть минутка, да? Есть минутка. Можем сделать... Тащить.
Стоим здесь пока. Я просто его не видел вообще. Дичь. Так. Все нормально. Или как они там в армии? И мне важно, чтобы его вообще никто не нашел, поэтому... Вот так. Супер. Короче, если что, мы выпустим его обойму в лицо просто. Блин, можно было бы, конечно, но... Можно было бы и нельзя. Как говорится... Так, тот чувак, не знаю кто. Так, что это? Ломик. Ломик, кстати, полезная штука. Я всегда его стараюсь брать, когда есть возможность. Так. Что здесь произошло? Понятно, ладно. Умно. Не использовать все входы. Так. Окей. Теперь мы можем наверх подняться, что супер. А, кстати, можно было бы сюда пролезть, если что. Если вдруг я не был бы самим собой, можно было бы туда добраться. Но, с другой стороны, мы можем прямо сейчас это тоже сделать. Братан, зачем ты сюда зашел? Просто. Principal is down. Hey, need a hand? Both targets down. Now head towards an exit. You all right, man? Shit. Someone got the tape. General's been hit. All units respond. Do we have any ID on the suspect? No info yet, man. Как же четко. Как же четко я сработал здесь. Бог, оно закрыто! Окей. Пора валить. That's a nice piece of merchandise you got there, but you know the rule. Secure it and put it away. Блин, одна из самых крутых миссий, которую вообще выполнял. Осталось только реально уйти отсюда сейчас. Куда? Туда или сюда? Наверное, сюда. Здесь выход поближе будет. Реально, все четко. Без свидетелей, по красоте. Единственный момент, только кирпичом чувака огрел. Все, в принципе. Давай, давай, дай пройти, дай пройти. Срочно, срочно, срочно. Вот оно, вот оно. Моя первая миссия, которую я прошел, наверное. Не, Париж еще был. И самая-самая первоначальная. Ну, прям вот это прям одна из самых таких прям чистых. Ебой! Спасибо, друзья, за то, что смотрели этот эпизод. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И самое главное, не болейте. Мы с вами увидимся в следующем эпизоде Хитмана. О, кстати, подождите, стопы. Проникновение? Ну, я не понимаю. Нет никаких признаков взлома, сигнализация не сработала, вообще ничего. Один из моих людей пропал в Йоханнесбурге, у него был ключ. Жаль, что мне не сообщили. Но все равно, для доступа к системе требуется 2 ключа, а все остальные у нас. За исключением ключа вашего покойного предшественника. Клуба? Но его самолет упал в Тихом океане. Это был несчастный случай. Было такое предположение. Да. Люди умирают, мистер Фаннин. Это происходит постоянно, даже с нами. Если что-то похоже на заговор, то, скорее всего, им не является. Он сейчас умрет или что? И тем не менее, несостоявшийся переворот Марокко, вирус Шитер... Someone
Что-то знает о нас. Здесь есть какая-то система. Но я присмотрел ее. Providence под ударом. Сколько там было? Money. Денег? Money, не денег, мистер Фанин. Information. Информации. Про все наши активы и оперативников. Like you. Таких, как вы. Take a trench, director. Копайте окопы, директор. And make it a deep one. Да поглубже. Теперь уже никто из нас не застрахован. Ай, красиво! Ай-яй-яй-яй-яй! О, Хитман! Люблю эту серию. Окей, друзья, еще раз спасибо. Самое главное, не болейте, не забывайте про лайки и подписки. И пока-пока!